Всем привет, сегодня вот выбрался вечерком на водоем, время почти 7 уже вечера. Выдалось 2 свободных часа. Решил вот на плотину наш, на ТЭЦ съездить, поискать окуней. Ага, была поклевочка. Ага, есть окунёк. Есть окунёчек. Матросик, вон он, пошёл. Стоит вон. Так, понятно. Блин, ветерок мешает, солнце ещё прям в глаз. Ага, была ещё поклёвка. Блин, тут мелко так. Сбил мне приманку окунёк. Там ещё и травка какая-то. Ага, есть. Вот такой вот окунёчек. Мелкий тут стоит. Может, среди него и крупный будет? Куда ж ты так заглатываешь-то? Вот, да что ж ты? Иди сюда. Такой вот. Прям мелко тут, наверное, 30 сантиметров воды. Стоит мелкий окунёк. Ага, прям под берегом. Тя-тя-тя-тя, матросик. Вот, маленько покрупнее пошел. Блин, заглотил до жопы прям. А, не, нормально. Вот такой вот. Второй. Коса песчаная, он около нее прям стоит. Попробовать поглубже зайти. Тапочки оставлю сейчас на берегу. Рюкзак снимем. Пойду, зайду в воду поглубже. Не хочет клевать-то. Была поклевочка. Под берегом стоит, да. Сошел. Ага, есть. Прям под ногами мелкий. Мелкий. Окунек мелкий. Так, балуюсь. Ага, есть. Есть, 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 есть. Иди сюда. Что ж, пойдем покрупнее окунька поищем куда-нибудь подальше от пляжа. Опа, малька кто-то гоняет. Видели? Ага, было. Ага, есть. Чуть-чуть поздоровее окунёк. Во! Тут уже более-менее на окунь хоть. Да и какой на окунь. Просто он посильнее оказался. Русловой. Отдай приманку. Вот такой, да что ж ты. Сопротивлялся как большой. Во. Русловой окунь.
бас. Босятка. Вот босятка, блин. Эх ты. Почти. Босятку выцепили. Что-то какую-то конструкцию забубенили. Какой-то слив будет опять в Суру. В бедную Суру опять слив. Дождевые воды, может. Там наверху заправку строят. Есть. Мелкий окунёк. Еще один. Так. Время 8, он все еще поклевывает. Здрасте, поймай, че? Здорово. Да по окуням балуюсь. Окна. У вас пупка нету? Не-а. Че, оторвал что? Да. Значит, домой пора, раз оторвал. Домой не пора, там тоже пупка. Ладно, до свидания, удачи. Давай. Сидит что? Сидит. Иди сюда. Вот такой вот экземпляр. Чу-чу-чу-чу. Куда, говорит, бежать, не знаю. Блин, мошки одолевают. Охренеть. Хороший цапнул прям. А, щуренок. Ма, я таких щук вообще не ловил ни разу. Офигеть, вот это щука. Иди, щукарь, здоровый щукарь. Юх. Я даже не знал, что такие. Из икринки только вылез прям. Цапнул как, блин, я думал, окунь хороший. Ага, сидит. Мелюзга. Вот такие все одинаковые. К осени вырастет. Спасибо, Решка. Пока.